Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Детский мир на Комсомольской продают за 40 миллионов. По такой цене муниципальное предприятие будет выставлено на торги. Они должны состояться в следующем году. Также город продает 100% долю в уставном капитале «Вяткомторга». Это комиссионный магазин на Октябрьском, 54. Ее начальная стоимость 65 миллионов рублей. Кроме того, в программе приватизации муниципальной собственности на следующий год значится центральный рынок. За него город рассчитывает выручить минимум 500 миллионов. Программа «Экономика». Новый руководитель Киров-Пассажир-Автотранса займется финансовым оздоровлением предприятия. На эту должность в областное предприятие, занимающееся пассажирскими перевозками, назначен Денис Пырлок. Раньше он руководил одной из частных транспортных компаний Кирова. Он пояснил, что ему необходимо разобраться с долгами Киров-Пассажир-Автотранса, использовать возможность оказывать услуги по ремонту автомобилей и автобусов сторонних организаций, развивать заказные и школьные перевозки, бороться с нелегальными перевозчиками и заниматься обновлением парка. В состав предприятия, которое возглавил Пырлок, входят автовокзал в Кирове, автостанции в Вятских Полянах, Богородском, Суне, пункты продажи билетов в Неме и Верхошижемье. В прошлом году предприятие обслуживало 65 пассажирских маршрутов. Экономика на 101 FM. Кировские предприятия взяли на работу 700 инвалидов. Они были трудоустроены с помощью службы занятости. Всего туда обратилось с начала года 1500 человек с ограниченными возможностями. То есть помочь удалось почти каждому второму. Последняя ярмарка вакансий прошла на этой неделе и была приурочена к Международному дню инвалидов. 30 из 80 участников получили приглашение на работу на завод «Маяк», БКК, в торговый дом «Вятушка», КПП «Прожектор», торговый дом «Красногорский» и на ряд других предприятий. В завершение о валютах. Доллар сегодня 58.33, курс евро 69.20. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.